Сегодня в рамках рабочей поездки в город Брест приехал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский. И начал он ее с посещения священного места – Брестской крепости Герой. Цитата: «Приезжая в город над Бугом, невозможно не посетить священную землю и не возложить цветы к вечному огню». Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский, выступая перед брестскими спасателями, отметил, что именно им, как никому другому, с одной стороны повезло, с другой стороны очень ответственно и почетно выполнять свои профессиональные задачи, оказывать помощь по спасению людей на многострадальной Брестской земле, где находится Брестская крепость-герой. Сегодня это то место, которому трудно отыскать у нас в стране равные ему по значимости концентрации героизма и мужества, любви к родине. Слова защитников крепости, которые они оставили на оплавленных стенах, погибая за свою страну, бесценны для всех жителей Беларуси. Мы живем, изучаем историю. Историю той земли, на которой мы живем, мировую историю. Разве можно привести пример такой трагедии, которая разыгралась на территории нашей земли белорусской? Ну, я не знаю такого примера. Вот каждый третий житель страны был уничтожен. Кто-то погиб, защищая родину в рядах Красной армии, в партизанских отрядах. А кто-то был просто уничтожен. Абсолютно безобидные люди, которые жили, занимались сельским хозяйством, работали на предприятиях, в различных организациях, учреждениях. Они были просто уничтожены. И участь нас ждала совсем незавидная. Мы бы не знали, что мы белорус, те, кто осталось бы из тех людей жив. Поэтому как это можно забыть? Как это можно не помнить? В преддверии 9 мая и других памятных дат Вадим Синявский посетит еще немало священных мест, которые почитают, оберегают современные белорусы. Опираясь на этот исторический факт, на эту историческую правду, понимая, что происходит вокруг нашей Республики Беларусь, мы должны двигаться только вперед, защищая ее, развивая, создавая необходимые условия для развития страны в экономическом плане, в политическом, в культурном, в духовном. Дать возможность людям здесь спокойно работать, жить в мире, трудиться и быть настоящими патриотами своей Родины. В таком священном месте, как Брестская крепость героя, в любом возрасте открываешь для себя что-то новое. Однако неизменным остается одно – память о защитниках, которые ценой своей жизни сделали все для общей победы.